паре с Антонио Рудигером. Жоржиньо начинает с Нголо Канте в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Алаба играет с Смилитао. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Легендарному французу Зинедину Зидану удалось совершить значительное достижение. Он завоевал Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида как игрок и как тренер. А его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года ворота красивым в новейшей истории турнира. Итак, игроки Реала разыграли мяч, игра началась. Да, это будет, несомненно, классный футбол в исполнении двух ярких команд. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Давид Алаба. Модрич. Карим Бензема. Уверенно отбирает мяч. Сегодня у гостей ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это французу Зинедину Зидану удалось совершить значительное достижение. Он завоевал Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида как игрок и как тренер. А его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года ворот красивым в новейшей истории турнира. Итак, игроки Реала разыграли мяч, игра началась. Да, это будет, несомненно, классный футбол в исполнении двух ярких команд. Здорово держит мяч и продвигается вперед.